Так, здравствуйте. Замена лампочек в задней фаре. В багажнике есть такой кармашек. Там, значит, вытаскиваем штекер на фару. Тут такая защелка. Нажимаем. Лампочки. Так выглядит. Это на стоп-сигналы, там на габариты, это на поворотник. Достаются они поворотом. Примерно так. Бывает, перегорает вот эта плата. На рублей 100 стоит. Ее можно поменять. Можно купить вот рублей за 200 весь набор. Вот. И вставляется аналогично же. Сначала поворотник, ну а потом защелкивается. Щелкнули и вставляем штекер. Вот и все. И липучку закрываем. Вот так меняются лампочки на заднюю фару.